Сейчас я вам покажу, как я буду насыпать пыльцу. И вот потом буду устанавливать семьи. И ради эксперимента даже вы посмотрите. Раньше я выставлял, когда хорошая погода была, в миске пыльцу. Кто не видел это, можете у меня на канале посмотреть. Пыльца свежая у меня, храню ее в морозильнике, не сушу. И как собираю, сразу ее улаживаю в морозильник. И вот она совсем мягкая, вот смотрите, ради интереса вот положу, вот, она разминается, видите? Свежая пыльца, ее пчела легче берет. И пчела будет выбирать. Вот такая вот перга, еще раз повторюсь. Перговые, точнее, сотики. Сейчас будем пробовать давать крепким семьям.